Есть еще мнение, что врачи сами не ставят себе прививки. Вы себе прививки ставите? Ну, я себе поставила в первую поставку. К середине осени, так сказать, число заболевших вирусными инфекциями и возможность заболеть именно гриппом, она увеличивается. Ну, вообще мы болеем сезонным гриппом H1N1. То есть в нем структура... Это который свиной, все боялись, да? Ну, да, его называли птичьим, свиным, можно всяких названий ему придумать. Это сезонный грипп. Мы от него и прививаемся. Если вам поставили АКДС, АДСМ и никакой реакции не происходит, ну, всего скорее либо ваш ответ организма недостаточный, ну, либо что-то с вакциной. То есть реакция все равно какая-то должна реакция быть? Реакция, да, должна быть. Дети, которые аллергичные, у них температура может подниматься до 39 градусов, и на основании вот повышения такого значительного могут возникать... подергивание мышц, так сказать. Единственная прививка – это реакция МАНТУ, которая требует подготовки. То есть здесь желательно готовиться заранее, недели за две. Гипоаллергенная диета должна быть. Цель какая? Чтобы при постановке реакции МАНТУ не было ложноположительной либо виража.